Всем привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет шопинг-влог. Сегодня мы с вами поедем в ТЦ Мега Аксай. Перед отъездом надо к поездке приобрести кое-какие вещи, поэтому мы с вами пойдем. И еще как раз-таки я давно уже хотела в Мега Мак заехать, потому что у нас там есть магазин один. У своей знакомой увидела куртку классную. Она говорит, Finflyer брала. Вот я хочу посмотреть. И еще зашла я на сайт к ним, посмотрела новую коллекцию. У них какая-то прикольная новая коллекция. Я прям, ну, отметила для себя кое-какие там вещички, хочу их померить. Так что пойдемте вместе прогуляемся по магазинам. А, кстати, еще мне очень интересно посмотреть, что там с фудкортами у нас. Вроде бы их должны закрыть. Вот я хочу посмотреть, насколько там все плачевно сейчас. Ну и как раз это будет полезно тем, кто сидит дома и планирует заскочить в торговый центр или кому-то надо в торговом центре. Я вам сейчас поделюсь обстановочкой в торговых центрах. Все, мы приехали в Мегу. Сейчас первым делом я, Денечка, уснул у меня. Я сейчас ему возьму это машинку. Он будет мультики смотреть. Да? А мама быстро дела все поделает. Мне кажется, что они прям вот здесь, где-то рядом были. Сейчас заодно проверю. Вот прям выходишь из эскалатора. Нет. Так, надо будет поискать. Значит, я что-то перепутала. В любом случае, мы идем сейчас за машинкой. Ой, люблю будний день. Народу мало, хотя сегодня я смотрю так побольше. Блин, где-то он в той стороне, 100%. Ладно. Смотрите, в Мармалата какие классные шлепки. Много офигенных шлепочек. И что за цена у нас здесь? Они еще и со скидкой, 790 рублей. Гляньте, какие классные цвета. Офигеть. Ой, мятненькие. Обалдеть, а вот эти сколько? Тоже 790. Много разных шлепок вообще. А вот такие классные тоже. 1990. 2 равно 1. Чё это? А чё это за акция? Два по цене одного на купальник и на обувь. И на шлепки тоже, да? То есть я могу две пары взять по 790? Да, да, одну платье, одна идет в подарок. Побольше стоимости оплачиваю. Вау. Короче, я зашла, в итоге загорелась, так думаю, классно, какие классные шлепки вот как раз. А второе я ничего не могу найти. Второе все дороже, и оно как будто не стоит того. Но вообще цвет красивый вот этих шлепок. Я давно нашел Мармелад и шлепки одни, зеленые. Ау. Что-то я замерзла тут на шлепках. Я вообще не за шлепками пришла. Так, фудкоры вроде работают. Все есть. В ресторан ограниченное количество посетителей. Но мы будем брать блинчики сегодня. Посмотрим. Получше. Непосредственно. Так, у нас маленькое расстройство. Машинки не работают временно. Это вот, видимо, в связи с вот этим всем делом. Так что мы без машинок. Без машинки одной. Только иду к стойке информации узнать, где магазин, и сразу его вижу. Пойдемте посмотрим новую коллекцию, интересно. Так, вот он, магазин Finflyer. Большой, классный. Заходим. Вот, кстати, вот этот я видела костюмчик. Интересный. Его прям потрогать захотелось. Ой, какой он мягкий. Классный. Надо его померить. Еще был цвет. Так, этот у нас идет серенький. А, вот так, ну да, здесь серый. А, и вот такой еще, более контрастный. Классненький, надо его померить. Так, и еще я пальтишки видела. Вот они. Да, их надо померить, только не в черном цвете, а был еще белый, молочный и бежевый. Надо их глянуть, померить. На, платье новое. Красивые. Короче, очень много базовой одежды здесь, я знаю. Но я пришла определить. Вот, смотрите. Прикольные вот эти штучки. Я прям хочу очень померить. У меня ничего такого нет. Короче, сейчас я выберу что-нибудь, и мы пойдем мерить. Увидела серебряный цвет, девочки, сразу. Хочу. Так, давайте цены сразу вам тут скажу. 3990 со скидкой. 12499. Это, наверное, не новая коллекция.
да, раз со скидкой. Обычно же новая коллекция без скидки пока. Вот, кстати, тоже из новой коллекции прикольная штучка. Примерно то, что я себе присмотрела тоже. Так, вот это надо взять тоже померить. Прям вот с этим свитерочком. Здесь обалденная новая коллекция мужская есть. Классные вещички. Я тут тоже кое-что присматриваю. И мне вот понравился тут джемпер один. Красивенький, светленький. Вот такой вот, смотрите, с длинным рукавом. Беленький, классный. Цвета еще разные есть. Короче, очень много вот таких вот прям классных вещичек. Качество прям чувствуется на руку. Классно. Так, это футболочки у нас просто. Блин, такие приятные вообще. Свитерок вот. Вот хорошенькая вещица. Так, приглядываю, присматриваю. Ну что, с Денечкой выбирала я тут кучу вещей. Сейчас вам буду мерить луки вообще. Так вообще, вообще, такое прикольненькое. Все, сейчас что-нибудь выберу. Так, что здесь хорошо? Смотрите, сколько света. Вы сейчас все увидите, как положено. Девушка, которая мне подбирала одежду, она говорит, вам размер XS нужен. Я говорю, какой XS? У меня M-ка даже иногда. Она такая, ну, у нас полноценные, там, полномерные какие-то размеры, то все. Представляете, серьезно, мне XS-ка нужна, посмотрите. Так приятно в этом магазине что-то мерить. Здесь ты не S носишь, а XS. Ты здесь маленькая. Девочки, какое качество. У меня ни одного такого костюма нет. Вот, честно говоря, вот с таким. Я хочу себе костюмчик такой. Он класснючий. Сейчас я еще цвета какие-то посмотрю, померю. Класс. По длине все вот так мое. Но надо XS-ку померить, как она будет. Вообще, это вообще. Мне кажется, это видно даже. Что классные. И цены вообще здесь приемлемые. Опачки. Смотрите, какая прикольная штучка. Блин, все такое вот мягкое. Вот из какого-то материала оно все вот какое-то такое, знаете. И мне здесь у них очень понравились джинсы. Сейчас мне принесут поменьше размер, если есть эта моделька. Джинсы прям классные. Это вот даже, не знаю, не мамфиты, они чуть зауженные к низу, но они прям вот классные. Какие-то такие. Сколько у меня много джинс, но вот эти мне нравятся. Короче, кармашки такие здесь мягкие. В общем, классная такая вот под джинсы. Вот так расстегнутая. Это все из новой коллекции, девчонки. Сейчас. О. Ага. Но на сайте, на самом деле, у них больше выбор. Можно прийти в магазин, что-то померить. На сайте у них огромный выбор. Прикольно. Как вам? Блин, мне конкретно нужно мерить XS-ки. Вот это я S-ку взяла, представляете? А я говорю, еще M-ку мне давайте или L-ку, потому что я люблю побольше. А здесь у них вот как-то как надо. Что можно брать размер в размер, и будет так, как я люблю. Поняли, да? В общем, есть на сайте есть еще цвета вот этого пальтишка. Есть молочная, есть бежевая. Да, и я хотела бежевое померить. Но здесь нет в наличии. Это вот если заказывать, тогда. Но черненькое тоже ничего такое интересное. Его можно вот как застегивать вот здесь вот. Вот раз. Карманы здесь. А можно... А, ну тут пояса не входит. Ну, он, да, застежки вот этот идет. Ну, короче, тоже вот этот же лучок. Джинсы, да? И вот раз. Тепленькое, кстати, пальтишко такое. Мне нравится. Оно тянется еще немножко. Как вам? Мама! А! У меня, кстати, нет ни одного вот такого черного прикольного пальтишка. Оно, знаете, как шубка еще, видите, смотрится такое стриженное что-то. Мне вот нравится, у меня вот нет такого. Свитерок вот этот прикольненький, мягенький такой. Под джинсы вообще бомбезно смотрится. И под сумочку мою. Классно. Мягкие. Смотрите, еще мне понравился этот свитерочек у них, прикольненький такой. Он тоже из такого же мягкого материала какого-то, прям, знаете, прям хочется носить. Не как обычный. Да.
не как обычные свитера, знаете, а вот очень мягкая, приятная к телу. И это меня вот прям нравится. И под джинсы расцветка классная. Еще мне принесли джинсы другой расцветочки немножко. Не расцветочки, а такие же джинсы, только размер поменьше, да. Сейчас я померю с другими джинсами. Одни джинсы лучше других, смотрите. Вот эти вообще мне прям сели по размеру, гляньте. Идеально по размеру. Завышенная талия, как я люблю. Попа какая. Классная. Цвет тоже хорош. И вот вам свитерок. Классно. Сейчас я померю еще костюмчик, который мерила в начале, только размер XS. И вот, кстати, вот эта черненькая сверху. Прикольно, нравится она мне, не знаю, взять что ли. Черненькая, прикольная. Классные образы такие. Под кроссовки нормально будет? Что? Ну, у меня много разной обуви. Так, крошки померила вот XS-ку, но все-таки они вот здесь хорошо мне прям сидят, XS-ка, а по длине, видите, немножко не мое. Там еще один есть костюм, сейчас я еще его померю. Другой костюмчик, блин, но... Девчонки, прям рекомендую прийти и померить этот костюм. Вы только попробуйте эту ткань, вы сразу поймете, что хотите его. Вот этот свитерок мне нравится, однозначно. Так, вот еще интересный костюмчик у нас есть. Он такой прям, знаете, плотный, тяжелый. Кажется, что прям, знаете, надолго. Качество такое добротное. Лампасики такие по бокам. Ну, прикольный. Вот прям повседневочка, и он, мне кажется, не мнется. И, кстати, вот эта черная пальтишка, мне кажется, она тоже вообще какой-то не мнущийся, поэтому мне очень хочется его взять. Сейчас я померю под вот этот костюм пальтишка. Вот, смотрите. Вот костюмчик. Тоже неплохо, кстати, смотрится. Такое все немножко такое темное. Ну, по-разному, да? Захочу контраст, белое что-то сделаю. Интересное. Прям кроссовочек сюда не хватает. Тун-тун-тун, тун-тун-тун. Нравится тебе? Да. Ребенку нравится. Будет трогать. Так, еще вот этот лучок мне захотелось померить именно вот с этим вот. Все-таки костюмчиком. Видите, вот немножко у меня тут свободненькие. Талия все-таки есть у меня, да? Как кто-то пишет, талия у меня нет. Есть у меня талия, девочки. Классная туда пальтишка с чем-то таким, знаете, с капюшончиком. Вот. И светленьким чем-то. Другой контрастик такой есть. В общем, мне нравится. Сейчас я буду определяться, смотреть. Может быть, что-то в интернете посмотрю и закажу в магазин. Короче, девочки, не удержалась. Я взяла все-таки вот эту вот штуку. Ну, очень она мне нравится, очень стильно смотрится. Свитер вот этот классный, просто под любые джинсы решила взять. Теперь у меня будет фирменная маска, смотрите. Внутри. Та-дам! А внутри у нее все белым-бело. Та-дам! Сейчас померю. Да, один большой давай. Вообще, кайф. Она прям по лицу сделана. Комфортно все, ничего не давит нигде. Все, Слава, ты все сделал? Да, спасибо. До свидания. Дэнь, пойдем. Мама закупилась. Хоть интересно посмотреть на себя в зеркало. Слушайте, она прям прикольная, по лицу прям сделана. Ничего тебе не мешает. Я решила быть стильной. Все-таки я сейчас поеду и буду все время в маске. Должна быть на стиле. Накраситься только надо. Ой, скачи на меня. Так. Ну все. Покупочками. Сейчас еще чуть покушаем. Сейчас я уже проголодалась, пока здесь 2 часа тусовалась. Покушаем и еще продолжим. Так, зашла в магазин Lauf. Тут у нас скидки прям. Lauf. Как это модное, да? Прикольные босоножки. 4,990 со скидочкой. Так, пригляжу, что еще тут есть. Прикольных моделей. Гляньте, сандалик сколько разных. На такой более-менее ровной подошве. На платформе. Классные, объемные. 10% скидка еще везде. Ну-ка. 3,790. Вот эти прикольные. И все подошвы такая грубая, люблю. Цена 4,690 со скидкой. Вот это не очень. Вот это прикольные.
Как видите, фудкор работает, и даже можно где-то там стоя поесть немного. То есть не все плачевно. Все-таки, девочки, я ошиблась. И на вынос. Теперь мы идем на парковку. Заказали два блинчика, чай, и идем на парковку. Нам туда принесут. Все-таки, блин, как тогда. Вот тут вот выдача заказов нашего вкуснолюбого. Тут у нас лавочка вот такая. Там лавочки, лавочки. Хоть лавочки поставили. Кстати, не было раньше лавочек. На природе можно маску снять, я думаю. Ждем блинчики. Так, мы очень вкусненько поели. Я поела свой любимый блинчик с креветочками, потому что сегодня утром я уже ела курицу. Вот. Ой, нет. Это выход. В другой вход надо. Так, зашла в магазинчик, еще легкий шаг называется. Сейчас пригляжу, что у нас здесь интересненького. Что-то хочется какую-нибудь обувь аккуратненькую. Или неаккуратненькую, какую-нибудь грубую такую, с подошвой массивной. Хотя я заказала в интернете там, ну, знаете, подойдет по размеру, не подойдет, а тут померить можно. Кстати, Паула Конте хорошая тоже обувь, мне нравится. Главное, чтобы моделька подошла. Классная моделька такая, аккуратненькая. Натуральная кожа, походу. 4500 со скидкой стоит. Что-то интересненькое такое. Вот я смотрю, что-нибудь под платье. Аккуратненькое. Очень мягкая подошва здесь, как будто она ортопедическая. Вот шлепки красивые какие, смотрите, яркие. Стоят они всего 1690. Прям как в мармелад цен. Красивые. Только да, маленький размер. 35-36. О, Калипсо еще хороший магазин. Как мне нравятся такие модельки через пальчик и еще вот белые с металлом каким-то. Смотрите, как аккуратно вообще. Ну, очень часто, здесь со скидкой, кстати, 2500, очень часто давит просто вот это вот здесь на паре. Сейчас померю. Блин, красивенько хотя. Вот так красивые вообще. Очень красивые. Нравится мне моделька. Только не по моей полноте ног. Вот здесь вот широковатые. Еще моделька. Люблю то, что быстро, знаете, такой запрыгнул и все, не надо ничего застегивать. С каблучком небольшим. Кстати, удобное. Зенечка, отойди, пожалуйста. Отойди. Ну да, они больше, конечно, шлепочки такие, чем босоножки. А вот смотрите, какая прикольная моделька. Еще и с таким вот, с такой сумочкой. Можно монетки туда складывать. И черные такие есть. Классные. Сейчас я скажу, сколько они стоят. 3500 стоят. Прикольно. Ой, а вот такие красивые, гляньте, силиконовые. Серебро, силикон. Класс. Есть вот такие вот желтенькие, розовые. Сейчас я серебрушки померю. Классная моделька, кстати, вообще. Как будто ты просто ногу поставил, да? Вот так, на подошву. И все. Прикольно. Такой более спортивный, конечно. Необычный. О, а стоит вообще 1999, 56% скидка. Кайфучий. Так, надо еще зайти в ДНС. Мне нужно стекло для моего телефона. В ДНС не продается ничего. Пойдемте в Эльдорадо. Представляете, нигде нету стекла на мой телефон. Сейчас еще вам видео зайдем. В этом видео нет ни одного свободного консультанта, у меня нет времени ждать. Так, взяла, зашла в ТЗ Нис, у них распродажа, вот какой-то интересный топик вот здесь вот у них на распродаже, я сейчас померю. Слушайте, топичек прикольненький такой, знаете. Во-первых, он здесь непрозрачный, у него здесь подкладочка есть, видите. И вот мне кажется, он такой, ну, можно под все поддеть, да. Высокие джинсы, даже красиво, пиджак сверху какой-то, ну, такой. А сзади, видите, гипюрчик. Сейчас он стоит 499 рублей. Сейчас я сниму, скажу, сколько он стоил. Не знаю, мне кажется, вообще универсальная вещь. Обалдеть, какая хорошая скидочка. Он стоил 1699, так это, походу, тоже была распродажа. Красный ценник, видите? Хотя нет, мне кажется, он стоил 1699, потому что дороже, куда дороже за вот такую маленькую тряпочку. Да, еще раз мармелада, хочу померить некоторые. Все-таки еще раз вещи, эти шлепочки. Вот эти красивые такие. Ла-ла-ла. Ой. Так, красивые шлепочки. Мне кажется, чуть-чуть прям мне, может быть, надо.
побольше или нет. О, стоит 799 рублей, кстати, они такие мягкие, офигеть. И вот можно, кстати, шлепки взять, которые мне понравились. Две по цене одному. Вот такая акция здесь. Две равно один. Либо сейчас вот эти мне босоножки понравились еще. Сандалики такие. Но они-то еще 590 стоят. Но у них один 38 размер остался. Сейчас я 37 этой же модели померю. И пойму, 38 мой или 37. Потом буду решать. Так, вот они. Не, ну эти, наверное, какие-то маловатые, что ли. Да, вон пальцы торчат. Эти очень плотно сидят. Как всегда, что-то прикольненькое. Кроссы прикольные в мармеладе. 2390. Кайфучие. Ну ладно, заканчиваем наш шопинг, девочки. Я удивлена. Меня мармелад всегда на кассе удивляет. Я когда беру какие-то у них вещи, подхожу на кассу и говорю, ну проверьте там по номеру телефона. У меня привязан номер телефона к карте. Представляете, да? Ну, сейчас я, я приду домой, я вам просто скажу, как это, я в шоке. Просто 50% половину заплатила. Офигеть. Подарок. Короче, захожу я в Мармелада, и там акция у них. Покупаешь две обуви, а платишь за одну, та, которая дороже. Естественно, мне понравились там босоножки. Я давно хочу себе белые босоножки. Вообще, я заказала в интернет-магазине босоножки. Но пока они доедут, и непонятно, подойдут они по размеру или нет. Если что, будут двое. Ничего страшного. Тем более, там, по-моему, не белые. Я даже заказала бежевые. Посмотрим. Короче говоря, стоят они 1500 рублей. 1590, по-моему. И вторую пару можно взять соответствующие, не больше 1590, да, в общем, платишь та, которая дороже. Я ничего в такую же цену не нашла, нашла шлепки, которые безумно подойдут, точно я знаю, под две мои офигенные туники. Тихонько дай, закрой. Футболка, туника. Ну и, в общем, думаю, ну ладно, одни, получается, 1500 стоят, другие стоят 790 рублей. Думаю, ну ладно, хотя классно было бы обе обуви взять по 1590. Я говорю, ну ладно, давайте вот это и вот это. Подхожу на кассу, я говорю, можете по номеру телефона посмотреть, говорю, скидки, потому что вы, говорю, меня всегда удивляете на кассе, всегда вот Мармелад меня удивляет на кассе. Я говорю, может вы это, может там какая-то скидка. Она такая, ну давайте сейчас вот смс-код вам придет, и я вам скажу. Я говорю, что там есть что-то, что ли, списать? Она такая, да, можно списать 50%. То есть это не 100 бонусов, которые там есть, а можно списать 50%. Списываем, я говорю, списываем. Она мне списывает 50%, и у меня получается, что я за 790 рублей купила две пары обуви. Обалденные! За 790 рублей. Я говорю, сегодня необычный день. Сегодня все просто четенько идет вообще. Класс. В общем, я очень довольна. К сожалению, у меня нет промокода для вас в Мармелада, но зато есть промокод в Finflyer. Поэтому обязательно загляните в инфобокс, там будет полезная информация. Промокоды, акции и все такое. Все, едем домой. Счастливые с двумя огромными пакетами покупок. Так, ну что, вот мои покупочки все. Сейчас я вам покажу, что я здесь набрала в итоге. Ну, я мерить не буду, уже все мерила. В Тезенис вы видели, да? Такой вот топик красивый я купила. Вот такой вот топик в Тезенис. Так, дальше. Мне очень понравился вот этот свитер. Этот свитерок, он не такой, как все свитера обычные, знаете, колючие там или еще что-то. Он такой очень мягкий и не жаркий, а вот мне в свитере вот это важно, чтобы он был просто комфортненький такой, знаете, чтобы его кайф был носить. Не то, что свитер типа модный, да, а что он был приятный. Вот, цена вот этого свитера, это новая коллекция, 3999. Тут еще вот что-то у нас тут. Ходят, нитки какие-то вдруг пригодятся. Короче, мне очень понравилась эта расцветка под джинсы, просто кайф. Так, вот этот свитерок. Дальше. Еще любимому взяла вот такой джемпер. Я у нас отвечаю за вещи, он вообще не любит ходить по вещам. Кстати, этот джемпер со скидочкой был 50%. Стоил так 4, вот я за 2 взяла. Мне кажется, что нам подходит по стилю, вот так вот будет, да? Такой серый, темно-серый, да? Прям классненько. Джинсики он оденет, я будем такие ходить. Прикольные. Так, короче, ну это вот я отвечаю просто за одежду, поэтому из новой коллекции тоже взяла ему брюки. И классные, размер L-ка мы носим. Эти брюки стоят 5500. Вот.
тут еще в коробочке что-то входит. Короче, они классные. Они классные, они какие-то, видите, в мелкую такую вот, как будто мелкий-мелкий какой-то квадратик. Или не квадратик, даже просто, не знаю, они как бы однотонные, в то же время не однотонные. Короче, очень стильные и подходят под вот этот джемпер. Так носить можно. Вот. И себе я взяла еще вот что. То, что вы видели, да, мне очень понравилось. Все-таки у меня ничего такого подобного нет. И мне кажется, что в этой штучке будет очень тепло, в этом пальтишке. Оно очень мягкое, классное. Еще мне кажется, что его можно брать с собой куда-то в поездки. И оно сильно быстро не мнется. То есть ты как бы пальто с собой носишь, и оно мало места занимает. И оно такое мягкое, приятное. В общем, мне понравилось. Единственное, конечно, что здесь открытое горло, да. Но ничего, что-нибудь придумаем, будем поддевать. Это тоже новая коллекция, стоит 7900, по-моему, 7999. Вот, я очень довольна. Так, ну и мармелада. Смотрите, просто подарок за 790 рублей. Вот он чек. Смотрите, 795 рублей, офигеть. Вот такие вот сандалии я взяла на платформе. Что это уже такое здесь брызгнуло? И вот эти шлепки. Кто смотрит мой второй канал, то вы видели у меня распаковки, и у меня много платьев, и вот что-то такое, тай-дай. И я прям думала такие взять. Они очень мягенькие, вот здесь вот прям подкладочка мягенькая такая, видите, 38 размер. Вообще шикарно сидят. А так стоили они 990. Ё-моё, они 990 стоили. А эти стоили 1590, вы понимаете? И я прихожу на кассу, и мне такие 795 рублей с вас. И я такая, спасибо, спасибо. Короче, такой мини-шопинг был. Я, конечно, после шопинга устала немножечко. Я еще бы хотела походить, мне еще надо кое-что купить. Кое-что я потеряла из вещей. Опять то же самое, что потеряла когда-то в Султан Спа. Представляете, потеряла опять. И мне кажется, что я его где-то забыла, знаете где? День рождения, когда отмечала свое, мы же там переодевались. Мне кажется, где-то он там завалялся. Потому что после этого я не смогла найти эту вещь, кто помнит. Ну, в общем, в комментариях можете не писать. Кто знает, тот знает. Просто напишите, я поняла, о чем речь. Я поняла, что ты потеряла. Вот надо еще купить. Вот, короче, что сейчас? И чайку попили, классно. Я бы еще, может быть, чайку попила. Не знаю. Сейчас мне, знаете, что хочется? Просто лечь, включить сериальчик и вот компотика попить. Вот что это такое хочется. В общем, такой вложик сделала для вас мини-шопинг. Решила его как-то отдельно от влогов сделать. Такой влог, шопинг-влог. Вот, надеюсь, вам понравилось. Напишите, что вам понравилось больше всего. Может быть, вам понравилось что-то из того, что я мерила уже или показывала. Пишите в комментариях. Ну, я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока.